В Анапе пройдут весенние общегородские субботники. Работа коммунальных служб по наведению порядка и чистоты на территории курорта после зимы будет усилена общественными субботниками. До 1 апреля все муниципальные контракты по санитарной очистке города обязаны быть заключены, чтобы у нас везде было полное понимание, с кем мы в этом году идем в сезон вместе. И более того, чтобы все основные работы по подготовке к лету уже город был готов. За исключением тех работ, которые технологически не проводятся сейчас в этот период. Присоединиться к субботникам смогут все желающие трудовые коллективы и местные жители. Как только погодные условия позволяют, но всю вашу придворовую территорию и внутри, и снаружи привести в полный порядок. У нас школы и детские садики должны быть просто как с иголочки. То же самое, как и объекты культуры, и объекты спорта. Я ко всем объектам социальной сферы обращаюсь.